Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Так, хочешь шальных денег? Конечно, хочу. Я хочу, во-первых, свои забрать. Давай. Отдавай мне мои инвестиции. Так, давай сюда, наверное, сразу положим. Так, и сюда. Итого у нас на руках 1851 шмекель. В принципе, немало. Немало. Так, мы с тобой еще, кстати, вот этого кролика не проверяли. Мы его только создали. Слушай, а что я делаю? Нам, по-моему, пора с тобой... Да отойди, ты мешаешься. Нам пора с тобой отправляться в портал. Нам не хватает одного значка, да? Для того, чтобы сразиться с членом совета. Будем надеяться, что здесь у нас все получится. Так, потихонечку. Ух ты! Это кто такой? Что это за хрюндель такой? Слушай, нам нужно его, наверное, поймать. Так, шмекели, микросхема и мегасемя увеличения уровня. Вот это мегасемя мы с тобой оставим. Погоди-ка, а у нас есть, во-первых, с тобой чипы-то? Нету. Вот это я лопух. Ну, у нас есть магазин Рика. Поэтому чип контроля. Вот так вот. Один щелчок пальца, друзья мои, и он у нас в кармане. Так, возьмем-ка, наверное, мы с тобой еще сыворотку. Большую брать не стоит, возьмем две маленьких. Идеально. Да, три чипа взяли. Я не знаю, стоит ли нам ловить этого Морти-цветочек, который тут бегает. Или не... Тихо, давай-ка сюда зайдем, посмотрим. Ну ты посмотри, опа. Так, они куда смотрят все? Чего они все на меня вылупились? Так, флип мы получили. Флип. Если я здесь могу потихоньку? Смог. Давай, наверное, поймаем все-таки мы этого охламона. А вдруг из него потом... Смотри, какой, а? Оу, кстати, арена. Друзья мои, аренушка. Давай-ка лучше начнем с арены. И я почти дописал инструкции по синтезу создания и заданиям. Может, этот бой покажет что-то, что я пропустил. Он покажет тебе, что ты пропустил огромное количество люлей. Венозный Морти. Ты посмотри, какой он противный. Господи, венозный. Ты выгляди сейчас отдуплиться. Ну, проверим. О, сосунок. Сразу сменил, смотри. Взял ножницы. Так, он редкий, а это значит очень мощный. Так, против камня мы можем с тобой взять, наверное, судью Морти. Я думаю, что он очень даже хорошо здесь зайдет. Тоже редкий, кстати. Окаменелый Морти. Давай проверим. Безнадежно, точно, правильно, Морти, говоришь. Безнадежно это все. Ну-ка. О, пошло дело. Использует какую-то корку. Какую ты корку там еще используешь, а? Ты же сейчас отдуплишься. Тихо, Морти, не бубни. Сейчас мы его ушатаем, осталось совсем чуть-чуть. Ну что, добивка? Добивка. Щипание щучек. Готовченко. 118 очков опыта. 15 левел. Так, 39. Венозный явился, не запылился. Нам нужно менять. Насколько помню, он бумага, да? Вот так вот мы с тобой заменим. Злой кролик Морти. Ух ты. Сейчас мы как раз и проверим. Атака. Провокация, ухмылка. Надкус? Ну-ка проверим. Слабовато. Хамство. Он применяет хамство, у нас падает скорость. Но мы тогда сделаем ему толчок. Готов, венозный Морти. А это еще что такое? Турист, Морти турист. Интересно, кто он? Я не знаю. Давай продолжим пока. Он камень. Он, друзья мои, камень. Да, нам надо менять. Замена. Кто у нас там по бумажкам? Судья Морти. А что это у меня, сука, ножницы-то? Ёк-макарёк. Я только сейчас увидел, что у меня три персонажа с эффектом ножниц. Ну, специализация.
Это все толчок свой делает. Безнадежно. Мы можем, кстати, с тобой применить предмет. У нас есть большая сыворотка на 50 ОЗ. Ну, нам будет достаточно, наверное, и 20. Так, 41. Ну, блин, 41 хп маловато. Хотя, знаешь, еще хватит, я думаю. Если мы с тобой еще сделаем усиление, атака растет. Что еще у нас там растет? Уклонение. А ну-ка проверим, насколько хорошо сейчас мы его... Воу! Ну все, парень, ты напросился. Щипание щечек. Вот так вот. Кто там следующий? Угу. Блин, а я не помню, кто он на самом деле. Продолжим. Камень. О, так ты как раз... Давай-ка мы, наверное, все-таки с тобой возьмем предмет и большую сыворотку применим. Ну, чтобы восстановить себе все хп. Да, теперь посмотрим, насколько он хорош. Его атака прошла мимо, прикинь. А мы теперь ему сделаем толчок. Такой средней паршивости атака, если честно. Делаем еще, ребят, толчок. Что ты ржешь-то, дурачина ты, простофиля? Я не понимаю. Толчок на тебе. Ай, красиво. Красиво идем, друзья мои. Выговор делать не буду, давай, наверное, уничтожим его через толчок. Уничтожим его через толчок. Вначале сказал, потом подумал, что-то не то, ребят. Щипание счетчик, конечно же. Все. 389. Ох ты, все, ребята, а тут у нас кто? Кто это такой? Какой-то полицейский, что ли? А, детектив Морти. Он камень. То, что для нас нужно, ребята. У нас заканчивается удар-толчок, если честно. Кровяное давление, фига, атака растет. Так, бро, давай-ка мы как-нибудь по-тихому, а? Как-нибудь по-тихому. Мне не нужны проблемы. Я думаю, о, и атака прошла мимо. Все, ему кранты. Ребята, ему крантарики. Щипание щечки его добьет. Слушай, ну неплохо мы подрались. Так, писатель Рик сдулся. Мега 7 атаки. А вот и значок. Долгожданный мой. Красивый значочек. Так, что ты там сделаешь? Подкинь. Давай посмотрим, сколько он шмикелей вообще бросать будет. Так, спасибо за просмотр. А сколько ты мне подкинул-то? 52 шмикеля. Ну это мало. Оставлю эту главу для своей следующей книги. Так, у меня достаточно значков, чтобы сразиться со следующим членом совета. Но у меня также еще и много героев, которые жаждут подраться. Ребята, я, с вашего позволения, побегаю здесь чуть-чуть и посмотрю, с кем можно тут повоевать. Смотри, смотри какой. Офигеть, без кожи. Ух, батарейка, можно ее взять? Можно, конечно. Вот и все. Слушай, а там же еще что-то я видел. Сейчас мы с тобой глянем, что у нас тут лежит. Тюбик. В плане... Блин. Охламон. Ой, привет, Рик. Не ожидал, что придется биться с родственниками. Ну, раз уж мы оба здесь, давай повеселимся. Ну, давай повеселимся. Это родственник. Тень Морти. Ух, тень Морти. Так, ну что, ребята, давай, наверное, сейчас... Замена. Нам нужен камень. И есть такой мутагенный Морти. Так, сейчас посмотрим, насколько хорошо у нас пойдет это дело. Так, отвлечение. Точность растет. Ну, а мы с тобой сделаем ядовитый плевок. Раз. Два. О, мы его отравили. Отлично. Он вообще нам практически урона не нанес. Конечно же, еще плевок. Погнали. Раз. Два. Ему крышка. Ему, друзья мои, крышка. Все, сдулся парень. Так, ну что, меняем. Кто на этот раз выходит? Это еще что за Морти? Продолжить. Это Морти торговец курятиной. Нет, тогда нам нужно поменять. Поменяем-ка мы с тобой на
злого кролика Морти. Ну что, посмотрим? Так, перекладывание делает. Какого уровня он? 13-го. Слушай, его скорость падает почему-то. Хм, толчок. Так, закупку делает. Закупка что ему дает? Защиту повышает. Еще толчок. Слепой замах. Не такой уж он слепой. Ну что, наверное, мы его добьем сейчас. Фак. Ух. Ты серьезно? Это он кританул, друзья мои. Крит. Ну, мы его ушатали. Так, кролик, надо тебя менять. Это еще что такое? Так, замена. Мортиклюшка. Пускай будет мортиклюшка. Морти, фанат 4 сезона. Он у нас ножницы. Окей. Делаем пинок. На 13. Так, он намного меньше. Так, возгорание. Атаку повышает. Еще что-то. Скорость у него растет. Да ладно, и атаку, и скорость. А мы тогда защиту сделаем. Допустим. Так, теперь пинок. Да он задолбался своим молотилом. Еще тогда пинок. Отлично, а его атака, кстати, прошла мимо. Тихо, тихо, тихо. Кондицию получил? Получил. 388 очков опыта. 13 уровень, друзья. Это же что еще за... Кто? Солдат? Так, замену делаем. Мне нравится мутагенный Морти со своим плевком. Но я возьму здесь большого Морти. Так, большой Морти. Против Морти-солдата. Атака. Так, а он у нас кто? Бумага он еще к тому же. Огляделки. Ослабление. Ну-ка. Точность его упала. Стрижка прошла мимо. Камни и туфли. То есть костюмы и туфли. Опять его стрижка прошла мимо. Ну все, ребят, тогда ему крантарики. Эх, 3 хп осталось. Все-таки задел. Все-таки, друзья, задел он. Ну, порез тогда сделаем ему. Ну что, последний Морти. И кто это будет? Ох, ёк-макарёк, это кто такой? Это Мега Морти. Воу-воу-воу, потише, бро. Потише. Так, изнурение. Защиту мне понизил. Так, а мы с тобой тогда... Блин, какой предмет? Какая замена? Нет, я хотел повысить себе защиту. Так, атака. Плач, ослабление. Это понятно. А здесь точность понижает. Нет, тогда просто ударим. Утечка энергии. Опачки. Понял. 5 УЗ он поглощает. Ух, ёк-макарёк. То есть он сейчас будет у меня высасывать энергию. Смотри, а. Ну, жучара. Ну, я думаю, что на следующий ход... Ох, ты жук, смотри, что он сделал. Подбил меня, ребята. 9 УЗ у него. Так, ну что, мутаген... Подожди, он же у нас кто? Бумага там, по-моему, да? Против него выйдет Морти-клюшка. Атака. Пинок. Ну, клюшка, не подведи. Есть. 900 очков опыта. Нифига себе. Вот это да, 900 очков опыта. Освоить еще. Подножка. Морти использует не самые спортивные методы, чтобы парализовать врага. Подножка.
Это вместо чего-то, да? Ну, вот так вот. Офигеть. Надоволен нам тут с тобой опыта. Шмикели и мега-семя скорости. Так, что ты там? Опять сумеешь? Нет, не надо мне твои шмикели. Вот если бы ты бы оживил бы или восполнил бы здоровье, тогда да. Нет, Морти, нет! Да. Рик, ты слишком серьезно отнесся к этому бою. А как я должен был отнестись, если ты на меня наехал? Улыбаться тебе, что ли, в ответку? Фигушки там. Блин, может быть, нам вот этого хламона поймать? Застрял. Слушай, давай-ка я, наверное, залечу сейчас раны. У меня, по-моему, есть сыворотка. 4 штуки. Так, злобный кровь. Судья Морти. Давай, наверное, его подхиляем. Так, 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 так. Подожди, а у меня нету, да, получается? Угу. Чип контроля есть. Мега-семя скорости. Ну, давай сыворотку еще применим, наверное, все-таки на злого кролика. И еще разочек. Хотя зачем? Если я сейчас его поймаю, мне все равно здесь нечего делать, я буду улетать отсюда. Поэтому... Так, а там кабель лежит, видишь? Можно, в принципе, за ним сходить. Ну что, двойной Морти. Так, ножницы. Ух, парнишечка. Получи плевок в лицо. Еще и отравили, по-моему, да? Отравление сработало. Еще и третий удар. Он делает защиту. Ну что же, а мы с тобой продолжаем бомбить. Раз. Два. Замах сделал. Ну что, добивка? Поехали. Раз, два. Ребята, вот я сейчас такой радостный, да, что я его победил. Мне же нужно было его поймать. Так, ну что, получили кабель. Так, ё-моё, эти будут меня так... О! Эх, никак не взять. А чтобы взять, мне нужно идти сюда. А чтобы пойти сюда, мне нужно будет подраться. Угу, другого варианта нету. Да, тут безнадежно получается. Нам никак не пройти. Мимо? Не подравшись. Не, никак. Ну что, тихо, чуть было не влип. Я думаю, что нам пора отсюда сматываться. Хотя вон тут... Блин, вон же там двойной бегает, еще один. Давай-ка мы сейчас его быстренько захватим. Раз того не получилось захватить. Out, блин, ядовитый плевок потратился весь. Really. Упс, тут он что-то, ребят, не такой слабый. Ёк-макарёк, really он еще и вырубил меня, прикинь. Oh, geez, way to go. Он меня еще и вырубил. Так, ну чё, давай предмет. Ловим. Есть. Да-да-да-да-да. Двойного Морти у нас как раз еще с тобой нет в коллекции. И вот этого, кстати, гаврика тоже у нас нет в коллекции, поэтому... И этого гаврика тоже нету. Росток Морти. Окей-окей. Блин, толчка-то нет у нас. Чего ты там? Атаку себе повысил. А мы тебе будем щечки щипать. Так, ребята, ловим. Применяем. Но. Есть. Ну что, вот и росток Морти у нас в кармане, друзья. Он обычный. Обычный. Нам нужно два. Два одинаковых, чтобы их можно было скрестить. Но здесь можно побегать, я так понимаю, они появятся рано или поздно, да? Угу. Не хочу я здесь драться. Блин. Тут не пройти. Тут обязательно сагрится. Что-то там
там еще говорит. Ладно, давай покидать с тобой эту территорию. Нам нужно будет залечить раны свои боевые и идти драться против члена зала советов. Ну-ка. Тьфу ты, блин, питомник Морти, зачем мне лагерь? А, у нас же кто-то... Точно, получен результат. Проверка. Талисман дикарь Морти. 363 опыта. Это 355. И это 339. Слушай, я ведь могу сюда яйцо поставить. Верно? Или неверно? Ну, подожди, начать лагерь. Точно хочешь отправить этих... Подожди, нет. Блин. Нет, и отправил. Сейчас мы кое-что с тобой посмотрим. Так, уровень лагеря... А, уровень лагеря 25. А здесь уровень 50. Блин, а сюда-то можно было еще одного Морти воткнуть. Вот я лопух, а. Вот я лопух, ладно. На ошибках учится. Ну что, исцеляемся. И бежим с тобой. Куда? Вот сюда. Ну-ка. Нас очень повеселила твоя история с портальной пушкой, Рик. Возможно, мы опубликуем книгу об этом. Давай покончим с этой битвой. Хочу еще посмеяться над твоей бессмысленной жизнью. Такой довольный, думает, что... Максимус Рикимус. Так, венозный Морти, ну такого видели мы. Погнали. Атака. Накося. Парнишка, он сразу отозвал. Ух ты, головастый Морти. А это камень. Меняем на бумагу. Тоже судья редкий. Так, я думаю, будет на равных. Посмотрим. Каменный взгляд. Безнадежно. А мы сделаем толчок. Блин, тоже не очень сильно бьем. Хотя мы бумага. Так, он точно себе сделал. А мы сделаем вот так вот. Усиление. Ну, что ты там сделаешь нам? Каменный взгляд. Попал же, а? Давай толчок сделаем. Сразу меняет. Блин. Бомбим. Посмотрим. В плане, блин. Замена. Так, против ножниц пойдет мутагенный Морти. Со своими плевками, я думаю, зашибись будет. Смотрим. Отлично. Поехали. Раз, два. Хамство. Это что такое? Скорость падает атаки. А мы опять плевок. Ух ты. Да он Фиштер Морти. А чё так фиговенько-то? Потому что он бумага. Потому что он бумага. Злой кролик Морти. Выходи. Объятие. Иди ты знаешь куда. Ну-ка. Толчок проверим. Блин, опять плохо. Чё ж такое-то? Может, на откус? Ох, ё, вот это он сделал. Так, ему тоже неплохо. Потрясающе. Давай-ка тогда на откус будем делать. Смотри, он сразу меняет. На головастого Морти. Критический удар, но все равно безнадежно. Так, а он кто у нас? Камень. Камень, значит, да? Судья Морти, выходи. Блин, мы еще ни одного не подбили, прикинь. Каменный взгляд.
Толчок. Да хорош. Так, 9 хп. Ну-ка. Смотри, что делает. Хиляется. Прямо на глазах. А мы его еще раз. Блин. Он поменял. Ну что, я думаю, добьем мы его сейчас. Давай, 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 давай. Есть. Минус один. Получаем уровень. 16-й. Так, головастый Морти. Продолжаем. Камень. Твою налево. Добил. Вот жук. 1-1. Так, он камень, да, значит? Твою налево. А мне... Ну, давай тогда так сделаем. Камень на камень. Плевок ядовитый. Давай. Пипец. Мимо прошла атака. Он взял бумагу, а? Он взял бумагу. Ну, против бумаги у нас есть с тобой ножницы, слава богу. Пробуем. Давай, давай, давай. Нам главное его с тобой вальнуть. Атака. Толчок. Твою налево. По-моему, друзья мои, сейчас мы тут доиграемся. Да какой, блин, предмет? Атакуй его просто. Подножку. Мне толчок. Опа. Опа. Он парализован. А ну-ка. Он меняет, сразу же меняет. Так. Продолжаем подножку. Есть, вырубили его. 329 очков. Так, мутагенный Морти. А это что же все? Больше не парализованный? Нет, парализованный. Атакуем. Через подножку. Оу. Все, сдулся парень. Кондицию. Ничего не смог сделать, да? Найс. 16 уровень. Это еще Морти молоток, что ли? Молотоголовый Морти. Слушай, я сделаю, наверное, еще раз подножку. Упс, не вышло. Не вышло, друзья мои, подножка, к сожалению. Мутагенный Морти, выходи. Атака, через плевок. Нифига. Ёк-макарёк. Так, отравление повесили. Морти отравлен. Я даже не знаю, у меня нет, по-моему, да? А нет, есть сыворотка. Применяем. Сейчас ударит. Ух. Так, сколько у меня в живых-то осталось? Один. А и у него еще двое. Так, что-то это мне не нравится. Костюм и туфли, поехали. Дрянь. Какая дрянь получается. Да ты заколебал такими мощными ударами-то бомбить. Так, сыворотка. Применить, применить. Смотрим, ребята. Так, он отдупляется. Кто у него последний? Смотрим. Фига опыта надавали. Кто же там у тебя последний Морти, а? А, прилив сил. Вместо ослабления
Сила слабый. Вот место плача. Прилив. Ёк-макарёк, 20 уровня, мульти-морти. Упс, ну давай проверим. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою дивизию, ребята, продинамил я. Ты прикинь, я проиграл ему. А знаешь, почему проиграл? Потому что у меня не было исцеления за 50 энергии. Ладно, давай попробуем с тобой переиграть. Блин, офигеть. Давай-давай-давай, лечим их всех. Чтобы сразиться. Так вот я и пытаюсь с ним сразиться. Слушай, что это за звук такой? Ну, проверим. Может быть, что-то можно здесь сделать. Ага, тут купоны нужны. Слушай, а крафтить, создавать предметы я могу. Блин, надо, знаешь, что нам еще сделать с тобой? Сходить в игры Морти поиграть. Предметы. Ну вот только могу так сделать. Хелзингер могу, кстати, купить. Но я, наверное, все-таки сделаю вот так. Так, тебе что нужно, парень? Тебе же нужна супербатарейка, по-моему. Сейчас мы глянем, что можем здесь с тобой скрафтить. Сыворотку. Вот. Это нам пригодится. Так, что еще тут можно сделать? Мутирующая бактерия. Давай сделаем. Собачий ошейник. Все. К сожалению, больше пока мы здесь ничего сделать не сможем. Единственное, что в игры Морти. Пойдем посмотрим, что за игры Морти, а? Мы с тобой в тот раз хотели. Но тут вроде жетоны нужны, да? Или билеты. Так, призы. Давай сразу зайдем. Добро пожаловать в игры Морти. Заходи сюда, чтобы участвовать в разных интересных событиях. Просто выбери одно из списка. Развитие главизмы, танец Морти, похвалите Морти. А как мне выбрать другое-то? Покажи, на что способен. Межпространственный Морти Тон, 14. Игры Джерри. Так, а почему я не могу войти? Чтобы... А, завершить... Понятно. Вход. Так, извлечение данных какое-то идет. И что? Давай подготовимся к первому этапу этого события. На арену нельзя брать своих морти и предметы. Вместо этого ты выберешь себе морти из тех, что мы сдаем в аренду. Расходуй свой боевой сок с умом. Сок, у меня 32 сока. Тут обычный Морти, ё-моё. Так, ну я возьму, наверное, мага Морти. И возьму, наверное, кролик Морти. Ага, можно еще одного взять, да? Ну, пускай это будет старый Морти. Ну что, посмотрим. Приветствую, дорогие тренеры Морти. Популярность боев Морти привлекла внимание всемогущей головы, парящей над нами в небесах. Поприветствуем парящую голову. Она приказывает нам показать ей все, на что вы способны, только чтобы не разочаровать ее. Покажите, на что вы способны. Я хочу это увидеть. Мы должны провести лучший бой Морти в истории мультивселенной. Вперед, соперники! Пожертвуйте своих морти, чтобы развлечь нашего почетного гостя. Так, и тут появляемся мы, да? Ну что? Ассимулируемый нижний вспомогательный эгдоментральный слой, чувак. Если честно, я не совсем понимаю, что здесь происходит. Но я люблю хорошие поединки.
Пора проверить, чего стоят эти арендованные Морти. Да, действительно, я тоже с этим согласен. Так, Вейлсболт бросает мне вызов. Мирный Морти. Ну, я не вижу, чтобы он был очень мирным, поэтому гильотина что делает? Не знаю, ребят, что делает. Проверим. Безнадежно, говорят. Трындец. Ну, давай еще разок. Хорошо. Так, объятие. Потрясающе. Ну что, добьем его или как? Да. Мак Морти. Почему маг, если он с картами? А это кто у нас? Взрослый, а усатый Морти. Продолжить. Угу. Гильотина. Ох, ё-моё, вот это я ему врезал. Ты видел, сколько он отнял? Ушатали мы, короче. Так, это у нас беспризорник. А, неряха, неряха Морти. Продолжить. Камешек. Давай проверим. Гильотина, мне понравился удар. И отнимает довольно неплохо. Молотила, сейчас добьет, наверное. Нет, еще не добил. Продолжаем. Теперь добил. Так, что у нас там? Старый Морти. Берем. Проплешенный. Объятие. На. Все, ребята. Победа за нами должна быть. Ай, хуба-хуба. Оу-е. Ну и как вам эти ребята? Похоже, Джейн хочет впечатлить Крамулона боями Морти. Интересно, Крамулона понравится это зрелище? Я абсолютно уверен, что да. Так, погоди секунду, а что мы дальше идем? В этом кластере нет дельцов, равных Глоргану, Махио, в быстроте и кислотности. Ух ты, похоже, Джин прошерстил трущобы мультивселенной, чтобы найти этих болванов. Что это такое еще? Глорган. Так, Морти в синей рубашке. Ну давай, погнали. Отлично. Плач, защиту понижает, да? А мы еще толчок. Так, синий спрей. Ничего, не волнуйся, кролик Морти. Сейчас мы его ушатаем. Готов. Ага. Двойной Морти, этих помню мы. Так, у них 11 уровень. Ну, проверим. Ну, так себе. Ох, ё-моё. Почему у них крит срабатывает часто? У меня так лично не срабатывает. Хотя сейчас, по-моему, сработал. Проходит мимо его атака. Ну все, тогда ему крышка, ребят. Так, Морти с малетом. Что такое малет? Не знаю, ребят, что за... Какой-то малет? Ну-ка. Ай, хорошо. Расческа. Ну, здесь нас сейчас вырубит. К сожалению. Так, и у меня остается последний Морти. Это старый Морти. Блин. Бумага против ножниц. Это, конечно, не особо хорошо. Объятие. Ну. Потрясающе. Точно. Щипание щечек. Все. Сдулся. Мои рвотные протоки переполняются, раздуваясь от стыда из-за проигрыша теплокровному существу. Похоже, этих странных существ не очень волнует наблюдающий за нами Крамулон. Надеюсь, они перестанут валять дурака и покажут настоящее шоу. Слушай, ребята, я могу уйти или подлечиться, или что-нибудь? Хочешь покинуть арену, ты потеряешь весь прогресс этого раунда? В плане? Мне что, приходится...
Моя капсула суррогатного материнства приказала мне расправиться с тобой, поэтому я расправлюсь с тобой. Фу, гадость, оставь свои беременные мысли при себе. Подожди, а как я вообще должен... Подожди-ка, у меня есть предметы, может быть я могу... И я не могу ничего сделать. Нюни, объятия. Да, против ножниц только объятия я делаю. Атака прошла мимо. Ну-ка. Моя тоже прошла мимо атака, но он нас тут ушатает. Тут он меня уделает. Так, скорость замедлил еще меня. Блин, неужели нет предметов никаких? Твои предметы. Нету. Ну, согласись, столько волн подряд, без отхиливания, я не смог бы пройти в любом случае. Ну, как это может быть, а? Все, сфейлились. То есть, в любом случае, проиграли, да? И вопрос, как я должен играть этими арендованными? Держись, Рик. Давай выбираться отсюда. То есть... Рик, ты вырубился в ринге. Ну ничего, я договорился с организатором. Ты сможешь прийти снова. Угу, снова сможешь прийти. Кем? Вот тем составом, которым они мне дают? Спасибо большое. Рик или Пшик? Что это за Рик или Пшик? Рик, говорят, что ты заходишь в игры Морти. Иногда бои бывают довольно жестокими. Если нужна помощь, я могу оставить возле ринга кое-какие предметы для тебя. Всего 1000 шмекелей. Купить. А, все, друзья мои, я понял, в чем прикол. То есть, мы с тобой тратим 1000 шмекелей, и он нам оставляет предметы. А призы? Призов нету. Потому что у нас нет жетонов. Так, ладно, друзья мои, я пойду все-таки попробую подраться с членом совета. Выход нам. Нам нужно на выход. Я все равно рано или поздно пойду туда. На эту арену и вкачу им там всем. Ну, для этого нужны финансы. Так. Рик там что-то возмущается опять, как всегда. Подожди, мне же нужно наверх идти. Так, а чтобы наверх идти, мне надо... Мы же не купили с тобой сыворотки. Нет, одна есть. Только лишь одна. А в принципе, нам одной-то и хватит. Нам там чуть-чуть не хватило их добить. Согласись. Так что сейчас я думаю, что мы с тобой одолеем. Это мы уже читали. Так что... Так, ножницы. Да, будем атаковать. Неплохо. 20 очков забрали. Скорость падает, но это ничего страшного. Главное, что не сила атаки. Блин. Теперь он поменял. Так, делаем замену. На судью Морти. Посмотрим. Каменный взгляд. Безнадежно. Это точно. Так, сделаем, наверное, толчок ему. Моргание. Что он там? Точность растет. Толчок. Так, каменный взгляд. Терпимо, ребята, это все еще терпимо. Вот, видишь, что творит. Но мы отнимем сейчас эти 20 УЗ. Меняет. Ножницы. Берем с тобой мутагенного Морти. Сейчас будем плевками его заколебывать. Что там, скорость понизил. А мы будем плевки делать. Ядовитые. Еще и точность понизил. Раз, два. Продолжаем. Раз, два, три. Круто. Истощен. Так, опыт.
Это у нас получается скак... Ну да. Так, я буду продолжать. Дауншифтер Морти. Дауншифтер. Блин, бумага. Давай так сделаем. Объятие. Блин, попадает. Хотя он скрыто звезданул сейчас. Поехали. Чего? Дитя цветов. Упс. Так, точность, слабость. А здесь ухмылку делаем. Поздно ты делаешь, блин, свою ухмылку. Еще я так и мимо прошла. Надкус. В плане. Так нечестно, блин. Выходи. Так, надо добивать его. Безнадежно. Ну что, хана тебе. Кто там следующий? Вот, 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 вот тому мы проиграли, да? Я, правда, не помню, кто. Ножницы. Меняем срочно на мутаген Морти. Так, Морти. Окей, окей. Неистовый разум сделал. Так, ну а мы с тобой ядовитый плевок, естественно, ребят. В плане, блин. Как так? Нифига себе. Ну-ка, Большой Морти, иди сюда. Это что он там вытворяет? Okay, okay. Атака, поехали. Костюм и туфли. Ну. Еще тогда сделаем. Костюм и туфли. Сразу меняет. Молотоголовый Морти, блин. Погнали. Фигеть. Но тут, как говорится, кто кого передамажит. Блин, я боюсь, как бы нас тут не передамажили, ребята. Применяем. Фулл хп, да? Почти будет. Гаденыш, а? Да правильно, блин, мы ножницами играем. Ё-моё, я думаю, чё, чё проблема, блин? Иди сюда, кролик. Блин, только добей, пожалуйста. Ребята, ну он два раза ходит. Какого хрена он два раза ходит, блин? Все, ну выпендривался. Парализован, сейчас сразу менять будет, наверное, да? Фу, вырубили. Так, 17 уровень. Опа, Большой Морти получает тоже левел, да? Точно. Так, на нем остановились. Продолжим. Так, у нас есть предметик. У нас только есть халзингер и все. Поехали. Подножку. Твою налево, блин. Ну чё, Большой Морти. Как вариант. Атакуй давай его. Костюм и туфли. А он сразу меняет. Он сразу меняет. Еще я так и мимо пошла. Зашибись. Зашибись. Так, подожди. У нас есть халзингер. На кого мы можем его применить? Кто нам больше пригодится? А, мортиклюшка или мутаген? Неохота потратить-то зря. Наверное, пока ни на кого. Просто будем бомбить.
Да что? Да какого фикуса-то, блин, а? Бумага. Я не знаю, поможет ли это мне вообще как-нибудь. Нет, ребят, это трэш. Да это трэш, блин, натуральный самый, блин. Я в шоке, что тут происходит. Я не могу его победить, и все. Со своими замахами запарил уже просто. Причем ходит первым, блин. Фу, у меня еще и атака закончилась. Нет, 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 нет. Не получается у меня его подбомбить. И я просто охреневаю, если честно. Да, сфейлились. Давай доставляй меня уже в центр исцеления. Пипец. Да я знаю, что мне достаточно очков. Так, питомник. Но у нас тут, по-моему, ничего такого нету. Я имею в виду для замены. Как же мне его одолеть, а? Правильно, он по 2-3 раза ходит, блин, за бой. Как ты его тут победишь? Я не знаю, ребят. Последняя попытка, если сфейлимся, то сфейлимся. Так, ну тут... Тут заменить сразу на камень. Мутагенный Морти. Будем сейчас его бомбить. Ну вот ты посмотри. Ну ты посмотри, что творит, а? Взял камень, да? Ну ладно, возьмем судью Морти. Go, Morty. Shut up, Rick. Так, моргание. Что там? Точность повышает себе. Ну а мы с тобой толчок сделаем. Пш. Облизывание. Скорость мне упала. Щипание щечек. Сила 50, точность 95. Нет, лучше толчок. Oh, да блин. Ну как так-то? Ну. Во. Сразу менять побежал, да? Взял ножницы. Мы тоже меняем с тобой. Возьмем мутагенный Морти. Будем как он делать. Так, плавление сделал. А мы будем плевок ядовитый. Раз. Два. Еще и травили. Еще и третий в довесочек. Скорость. Скорость он понизил. Ну что, атаку. Плевок ядовитый. Погнали. Раз. Два. Вот и все. Я твой уничтожил. Кто на этот раз выходит? Блин, кто он у нас? Я не помню. Бумага. Меняем. Бумага. Бумага, бумага, бумага. Давай так сделаем. На клюшку. Смотрим. Объятие. Так, а мы сделаем подножку ему. Е! Yeah. Парализован, Морти. Да-да-да-да-да. Именно то, что нужно мне. Так, теперь. Замах. Блин, он толчок не сделал. Еще замах. Твою налево. Он заменил. Нам нужен судья Морти. Ну-ка, проверочка. О-о-о-о, не надо хилять. 20 УЗ, ребята, подхилял. Толчок.
Каменный взгляд. Так, безнадежно. То есть каменный взгляд его по нам не проходит. Поэтому добиваем его, ребята. С помощью толчков. Прикольно, прикольно. Пускай бомбит своим взглядом каменным, который на нас вообще не влияет. Есть. И уровень. Вот это уже по-нашему. Так, стирание. Сила 70. А вместо... Снижаю его точность уклонения. Вот это уберем. А стирание поставим. Вот. Этот охламон. Блин, ножницы. Замена, срочная замена на мутагенного Морти. Сейчас звезда нет. Так я и думал. Хотя безнадежно написано было. Ядовитый плевок не нужен. Пипец, ну как так-то, блин? Ребята, он сразу две атаки делает, понимаешь? То он там ножницы был. Подожди, мутаген Морти. Камень. Значит, он ножницы. Давай клюшку возьмем, я не знаю. Мне надо как-то его вырубить. Подножку попробуем. Неужели? Так, а у нас по предметам что? Понятно. Что у нас по предметам с тобой вообще нету? Давай подножку еще сделай. Ты серьезно сейчас? Сработало. Парализован, чувачок. Это у нас камень. Судья Морти, давай выходи. Посмотрим. Замах. Оу. А что так мощно у него замах работает? Да блин. Ну вот как вот можно так играть, ребята, если они по два раза ходят? Это что, это нормально? А так еще вырастил себе. Себе еще атаку вырастил. Давай вот так ухмылку сделаем. Ха-ха-ха-ха. Блин, моя атака тоже прошла мимо, кстати. Так, еще давай. Трындец. Замена. Ну, ребята, против камня я не знаю, как нам тут вообще драться. Хорошо, что у него не сразу парализация, ребята, висит. Давай. У него еще три морти впереди. Три. Это... Есть. Ну давай своего этого... Мульти-морти, или как его там... Ага, с этим, да, я думаю, что справимся мы. Замена, какая замена? Не надо, не надо, не надо. Не надо. Так. Атака. Он тоже, кстати, парализованный. Ух. И этот тоже, да? Воу. 67 хп. Так, сила 100%, точность 95. Ослабление, сила средняя. Ослабление, ну точность только понижаем ему. Нет, давай просто ударим. Во. Блин, бомбит, конечно. Трэш какой-то, как бомбит. Тут, как говорится, кто кого передамажит, по-моему, передамажит он меня, ребят. Да, он меня сейчас добьет. Мне нужно сделать еще один удар. Попробуем кроликом. Причем почему-то на него не срабатывает. Ну. Есть. Ребята, парализация вовремя сработала. Так, и радоваться еще рано, потому что еще один. Так, пышный хвост. Атака. Усиление атаки. Так, силы средней. Так, вот сделаем провокацию. Я не особо, ребят, люблю. Так, продолжим. Как раз бумажечка. Сейчас попробуем, ребята, его
толчок сделаю все-таки. Ну? В плане, блин. Я, блин, толчок. Вот это, ребят, как называется, а? Вот это как называется? Я делаю, блин, удар, он мне прописывает быстрее, чем я. Вы что, серьезно, что ли, сейчас, блин? Да пошли вы в задницу, блин. Как это называется? Я не успевал ничего сделать, удара вообще не успевал. Он меня бил на опережение. Пипец, блин. Ладно, ребята, будем закругляться. Это уже ни в какие ворота не годится, блин. С одним справился, он просто не давал мне шанса сделать ход. Просто атаковал меня и все. Я офигею. Трындец. У нас уровень-то хоть вообще растет? Или то, что мы проигрываем, у нас уровень возвращается? Да нет, все у нас растет. Мутагенный Морти, он 15-го левела. Я, знаешь, что хочу сделать, наверное, в следующей серии? Пройтись там по пару мирам, погулять. И потом вернуться и навалять этому профессору люлей, который выпендривается там. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.